Мы сейчас играли вообще в гражданскую пацаны. Вот этот опорник, который садится, это вообще топ тема, который выходит и садится. Да, да. Ты вообще Golden Boy. Во, в натуре, да? Как ты вытащил, когда улетело там и меня? Блин, Миша. Блин, вот здесь вот только что у меня басни. 40 минут он смотрит. Ну хотя на сборку, знаешь, просто походу пока не привык. Мы ни разу не выигрывали. К такому темпу игры. Да, только на товарках. Мы там 7, 3 выигрываем, 8. Первое место! Приходим на игру, 2-1 проиграли. На 2 сыграли. Я в фронтене могу трапать. Сука, ты там стоишь, блядь. Я стою на дальней штанге, просто пас. Ты пьешь. Юра, бля, там нет. А я как нахуй, я даже не могу там развернуться. Я и припятки, и так нахуй. Там... Я все окружили, я мне кое-как не стоял. Я там же стою, сишку курю, блядь, надо лишь там. Ну, еще пятку пытался, там бы попал, блядь. Бля, вот здесь, когда я попал, надо я простреливаюсь, когда я там был. Бля, как мне что ли? Это пизда, я уже крикнул гол нахуй. Я думал, ты ебанулись. Не, красавчик, ты побрал, бля, прям. А еще есть? Домашняя заготовка была, когда забили. Какой, стреляли? Да, на. Ее там разыгрывали фифе, да? Чисто на дальнем. И батя еле попал по мячу там ног. Подожди, я помню, что это было сейчас. Бутер, я пошел. Твой красный. Бля, там прошел, ты там команды нахуй забить видел нахуй. Я вот тут принял, то прошел так. До дальней штанги, блядь, не забил, пизда. Да иди, проходит мой лук, отсюда я. Хорош, хорош. Ну, там много могли вообще забить. Следующий интер нахуй. А это кто? Глеб, может, этот, чутье голевое. А чё, как, чё на пакете написано? Да, вижу только это, на кроссовке. Ну сейчас кто-то если пойдёт, я не знаю, сейчас давит, Денису придёт. Да, Эльдар, мяч. Мяч. Давай. Айков! Эй, сам, эй, тюмэ! Гол!
сейчас будете приходить. Рики косовки, так рекомендую. Вот еще два забил? А, это один забил, два нормально. Ну, 3-0, А, продышался? Я просто не помню, кто второй забил, а забыл, кто второй. Элика, это просто не забыл. Мяч. Мяч, дай мяч. Там взяли уже. Мне понравилось, что мы в первом тайме решили вопрос по голам. А там уже доигрывали. Он сказал, черный аут там какая-то. Я ему сказал, в будке хранит. Ари!
Вот ты сделал то же самое, что он, только ты пробежал дальше. Типа Рубен сразу, когда разберется со вторым ударил, а ты вот, побежал и поднял жопу. Это прям... Как вихер. Поэтому тут был, как вихер. Но я тут отсюда прошел и так, когда был штанг, вообще в центр. Ари, 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 думал, ты проехал. А ты че там, слышишь? Ари! Вот на этом воскресенье канал, а следующий ничего не будет. И мы пойдем. Гараж Мол и Реванс. Не мы. Мы за третье место играем. Мы не знаем, у нас 3-3 места уже. Два за восьмое, восемь на восемь, а два за пятое. Пойдем к нам, опять вот так вот. Это настолько старше сразу был. Да. У нас парень играет примерно в Армении, в бане. Интересно. Альберт Машин. Знаешь, он 5 на 5 играл за мир. И еще один. Он даже меня ударил со всех сделал. Это много. Хорошо. Обалденно. Он мне давно уже не играл. Вообще тащил сегодня все, что можно. Да, да, да. Я сказал, я промолчу. Он закидал тебя всеми томатами, помидорами. Сарсаки мы играем в седьмом туре. С ними, надо им показать. С ними знаешь как? С ними, во-первых, было не очень приятно. У них внутренняя атмосфера так себе. Один на другого играет, второй на другого играет. То есть, типа, пришел много в команду и не видишь нормальную атмосферу, ты играешь туда сейчас может быть так. Но нет, у них защита сильная. Ну, сейчас чуть получше, потому что здесь академия, там хорошие ребята есть. Да, без пошли. Я не знаю, я не верю, что если бы мои ребята, ну, наши пацаны не пришли, они бы выиграли первый сезон наш. Первый или второй? Первый. Если бы Фрунс, Геворг... Фрунс, Геворг и еще кто-то. А, Геворг это Погасян или фамилия? Погасян, да, мелкий такой. Быстро бегал. Ну, на самом деле, просто у них в плей-офф профессиональные игроки пришли, поэтому выиграли. Мы же в последний тур выиграли 3-1, по-моему, а потом пришли профики. Ребят, они нам специально играли. Не забывай. Айко! Айко! Типа тренер, который вообще не понимает футбол. Он сейчас эти тренируют команду здесь. Ну, спонсор это еще можно, но тренер.
я на толпу исполнился. Говорит, добегай! Шапи! Который берет центр защитников тренинга, которые теряются в центре и не пропускаем. Рафаэл, да. А, я думал, в реале мы не нет, в реале я не занимаюсь футболом. Только Минкой где-то почти год. И они прессинговали, они вообще говорили, думаю, сейчас спокойно принимаешь мяч, думаешь. Сейчас они в защите сильно зажимали, но они центр терялись. Центр поля, они как будто не было центра поля. На самом деле все не так просто, я просто... Я добротно куда стоял, я на последнем секунде отбил вообще не больше всего удара. Так, мы выиграли. Следующий сектор. Надо первый круг все победы сделать. Мы считаем, всех сильных выиграли, можно сказать. 7 игр. Да, 3 уже выиграли. Сейчас Интер, Мир и еще кто-то. Интер, Мир. Что у нас постоянно проблемы с воротами? У нас все вратари почему-то уезжают, но обращаются в Россию. А в новый вратарь еще травмирован, у него плечо проблемы. Мята, мята, твой! Вот, он так-то очень сильный, но вот и по плечам, он там из работы не всегда может приходить. И еще ошибается. Те, которые вот эти минуты мира не дают. То вар смотрит, то не дает. Спеши крутить. Он придал добрый десять минуты матча, да, как можно ошибиться. Ты ему сказал, что так, он просто задели еще матч. Посмотрим. Че? Ну, так, он же не скажет, например, пока удачи. Следующий Интер, потом Мир, потом Штанг, потом Артур. У меня хорошо, у нас не очень. Короче, можно все победы делать. Если первый круг все выиграем, то... Знаешь, кто сейчас сезон вообще? Самый правильный круг. Да, два дивизиона, но... У них свой турнир, типа. У нас свой. Потом друг с другом не играют? Нет, можно в кубке, есть кубок на вылет. Ну, вот как чемпионат Англии, да, и кубок Англии. Вот и все. Потом еще кубок будет. А у них своя атмосфера, они там слабые команды. Надо сказать Арсену, что у нас будет плей-офф, чтобы мы специально матч с ними. Мы будем друг друга плей-офф вообще. Это все Ферентин, что он будет Арсену. Первый мир, конечно. Да, но! Я тогда вспоминаю, как он наши классы играли с Паном. Ну, перед плей-оффом было. Они решили просто не приходить всем. Они говорят, что не придут, а потом их пришел 13 человек? Нет. Они не пришли нормально, в итоге 4 то ли, не знаю сколько, 3-1 или 4-1, не помню. 3-1, да. Перед да. Ну вот, они сказали, что у них не набирается народ, вот, они не смогли прийти. В итоге у них пришло там 13 человек. Я думаю, как у нас вообще всегда собрали. Да, у нас там 9 было, 10, у них 3. А у вас по сколько мы спили? И еще 5 незабитых, это плюс 5.
Команду? Да. Не знаю, кто придет. Может, Фордаса? Олег, Олег! Олег! А вообще его надо позвать. Он не знаешь вообще, куда он? Ты? Ты ему давал, да, пригласил? Да, 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 счет 3-0 в пользу Парижа. Uzume sapa, lurdo va, se suzum. Ali. Veka, veka, vale. Kone me izduksi. Ali. Ravni. Thank you.
На первое место вырвали. Кстати, Гарик, там гол был. Мне не видно. Если мне не видно, я не должен. Один парень. Вообще это так, если нафиг не видно, допустим, все не считаю. Здесь нету вар, чтобы пойти и посмотреть, сказали, был бы. Вот боковые у меня тоже правильно. Вот иногда вот я смотрю, вот так смотрю, да, мне кажется, что подожди, вот так вот, допустим, вот так вот. Ну, что он вышел. А это тоже, слушай, боковушку будем показывать. Когда там фоу, там конечно ходит, и люди кричат, вышел, вышел, на это реагируете. Но еще судья думает в пользу обороняющейся команды. Не в пользу обороняющейся команды, если фоу стык. Вот есть моменты. Можно? Можно, ребят? Спасибо. Вот нападающий сел ему на спину, да, вот он может крутиться. Это ставишь фол в пользу защитника. Вот в этой игре в пользу нападающего не ставишь. Да, это так, есть вещи. Такие вещи есть. Ну а то, что кто кричит, там вышел, не вышел, это никого, короче, я не слышу никого. Он хоть упал, хоть встал, хоть не знаю, там все, нету и все. Артур, у тебя есть армянские портфели? Нет. Окей, Дамир скинул за просто обзор, эти наличку. Сколько это занимало тебе по времени? Пока надо. Я пока набиваю руку. Ну вообще это, типа, я просто делал, когда мы с нами играли. Ну, просто я тебе брал видео, ну прям быстро пролистывал, вырезал момент. Ну да. Ну, где-то часа полтора-два, наверное. Ну да, но проблема в оформлении. Ну да, еще. То, что, ну, вот, то, что твои обзорчики, это прям, списки, это, вот это очень вот. Так-то да, нарезать быстро, ну, условно. Вставить счет, кто забил, вот это вот. Кстати, есть прога, мне Старик сказал, есть прога, чтобы этот табло делать во время матча. Но она одноплатная. Да, да, она платная. Особо на стой. Файн Дрой играл. Знаешь, что залез? Старик. Старик. Ordus. 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 Ord
Ja, Hey, 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 hey
Давай, Ян! Пеште! Хо! Адреса, Алик!
Ай, дали и туша бил. Арат, Арат! Сам, Арат!
через 3 дня я уже мог ходить. Я думал, что в следующий понедельник уже смогу ходить. В итоге это 2 дня. Prvo varmo vari, dali sajte. Pasov, pasov, je jedan znak. Ej, koga te imam? Я смотрел, что